Добрый день всем. Я представляю команду Things Around. Наша команда занимается разработкой очков, которые смогут предупреждать незрячих людей о препятствиях перед ними. Они смогут передвигаться по улице и предупредить о лестнице, о стене, о яме и других объектах, которые мы можем встретить на улице. Но на этот хакатон мы пришли с несколько другой идеей. Мы задались вопросом, можем ли мы построить маршруты для незрячих людей, такие маршруты, которым мы сможем доверять. Основная проблема в том, что настоящие карты строят маршруты по привязке к дорогам, по привязке к карте, и чаще всего это маршруты те, по которым люди не ходят. Я очень рад общению с Анатолием Попко, с этим замечательным человеком. Мы прошлись от Яндекса до метро, и он дал очень интересные ответы, и основной вывод в том, что существуют программы, которые помогают незрячим людям ходить, но у них есть свои плюсы и минусы, но самое главное свойство этих программ должно заключаться в том, чтобы незрячий человек мог им доверять и приспособиться к ним настолько, чтобы была уверенность в том, что он мог дойти до из точки А в точку Б. В начале хакатона я попросил вас совершить прогулку от Яндекса до метро. Я очень благодарен тем людям, которые прислали свои данные. Их было около 11. Это очень здорово. Но давайте попробуем сравнить этот маршрут с тем, как мы с вами передвигаемся. Это те сырые данные, которые я получил. И задача стоит в том, чтобы понять, можно ли, проанализировав эти данные, построить хороший маршрут. Ну, все силы наши мы бросили им на создание алгоритма и на поиск ответа. Ответ, скорее всего, звучит так, что, вероятно, скорее всего, мы можем построить маршрут для незрячих людей, и этот маршрут будет отличаться тем, что он построен там, где ходят люди. Но основная проблема — это точность. Точность измерений, точность GPS. Поэтому то, к чему мы пришли в заключение работы на этом хакатоне, заключается в следующем. Построить путь, по которому можно следовать там, сантиметр, сантиметр, метр в метр, сложно и невозможно за точность измерений. Поэтому основная идея тех результатов, которые мы добились, заключается в следующем. Мы можем с уверенностью указать на те сегменты, на те квадраты размером 2 метра на 2 метра, в которых ходят люди и по которым можно пройти. И имея достаточное количество таких сегментов на карте, мы сможем составить путь. На картинке справа вы видите, что есть неявный путь слева, и он не является надежным, потому что там прошло всего лишь 2 человека, и я не могу сказать с уверенностью, что там сможет пройти незрячий человек. От метро пришло больше, и это уже здорово. Тут можно составить линию непрерывных квадратиков, непрерывных сегментов 2 метра на 2 метра, которых точно может пройти человек. И это основная идея, к чему мы пришли. Но дело в том, что это всего лишь небольшая часть тех задач, которые нужно решить для создания карты для незрячих людей. Там очень много своих проблем, но с помощью анализа данных GPS пешеходов мы можем еще решить проблему обнаружения пешеходных переходов, которые очень часто меняются на карте, это нельзя найти, анализируя изображение фотографии карты. И те особые места лишь по анализу данных. Если мы видим, что группа людей останавливается через некоторые промежутки времени в каком-то месте, значит, там пешеходный переход, и мы должны сообщить это незрячему человеку. С
спасибо за внимание. Я рад, что побывал на этом мероприятии. Мы с моим товарищем отлично поработали.